Доброе утро. Сегодня воскресенье, и мы можем с вами продолжить собирать тот самый микроскоп, который начали. Вернее, детали. Вот я сделал еще одну детальку на основе того же способа, который мы сделали в первый раз. Так, и теперь я хочу сделать еще парочку. Вот эту коническую и вот такую. Здесь нет никаких проблемчиков, а вот тут, как я смотрю, лепесточки такие. Это мы с вами сделаем. А потом уже начнем с корпуса, потому что надо сначала было сделать эти мелочевки, размяться и в то же время, как бы, черт сидит в мелочах. Как говорится, да, поэтому мелочи вперед, а потом уже по крупной сделаем все остальное. Итак, мы сейчас возьмем файл новый, откроем конус. Вот этот, так. Ну и сразу скажем, что вот у нас конус такой создадим. Может быть, здесь чуть поменьше, вот так, да? Вот так, хорошо. Больше нам ничего не нужно, надо превращать его в... Хотя мы сначала посмотрим с вами. Так, ну это грубовато, естественно. Сегменты мы эти уберем, верхние. Посмотрим, надо ли нам... Ну, вот, я думаю, так будет хорошо. Угу. Вверху у нас тоже отлично. Все, можем теперь превращать в объект. Превратили в объект, пошли сразу же вот в этот вид. Так, и тут возьмем сейчас ножичек. Где у нас ножичку там. И просто-напросто удалим вот эту галочку, чтобы он насквозь резал. Зажав шифтик. Вот так поступим. Хорошо. Теперь выделим это все. Здесь у нас. Так, хорошо, все. Переключимся. Отлично. Ну и теперь тут трансформатор. И зажав Ctrl, подвинем вот так. Посмотрим, сверху достаточно будет. Да, вполне. Отлично. Так, и следующим нашим шагом будет еще один. Так, еще один разрез с помощью ножичка, немножечко. Так, это много. Подвинем поближе, потому что толстовато получилось. Вот так, я думаю, будет хорошо. Отлично. Следующим номером нашей программы будет выделить вот эти все полигоны. Давайте их выделим. Берем Visible. Хорошо. Ну и теперь нам надо взять bevel. Вот он. И подтянуть это все. Вот так. Создав таким образом такую ребристую хорошую поверхность. Замечательно. Угу. Ну а здесь мы с вами поступим простенько. Сейчас. Сейчас, сейчас.
сделаем так. Пойдем в ребрышки и выберем вот эти ребра. Только то же самое возьмем луп. Он очень сильно помогает. Вот так лупчик. И теперь этим лупчиком мы воспользуемся так, что мы его раздвинем. Вот так. Отлично. Ну, остальное уже как бы не представляет никаких проблем. Переходим в полигоны. Оп, вот это не затрагиваем. И зажав, взяв Move, зажав тоже Ctrl, опускаем это дело и делаем сразу две работы. Так. Вот этот бы сделать кругленьким немножко. Попробуем сейчас, если получится. Есть такой фокус, как ребра. Выделим ребра тоже, скажем, Select. Клуб. Вот он. И попробуем давайте взять полигон. Так, Bevel тоже не нужен. Bevel. Вот он, Bevel. И раздвинем его. Вот так. Вот. Это то, что нужно. Иногда срабатывает, иногда почему-то нет. Ну, вот сейчас хорошо все сработало. Видите, мы быстренько такой себе рукояточку создали. Сохраняем ее и делаем следующее.